Внимание наших... Глава МЧС России Евгений Зиничев погиб во время межведомственных учений в Норильске. Ему было 55 лет. По данным российских СМИ, Зиничев попытался удержать поскользнувшегося у края обрыва оператора съемочной группы, но оба сорвались и разбились. Съемка проводилась для учебного фильма МЧС. С прискорбием сообщаем, что при исполнении служебного долга, находясь в Норильске на межведомственных учениях по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций, спасая жизнь человека, трагически погиб глава МЧС Евгений Зиничев, сообщила пресс-служба ведомства. Соболезнования в связи с гибелью министра выразил президент России Владимир Путин. Зиничев возглавил МЧС в мае 2018 года. Ранее он работал в охране президента, был губернатором Калининградской области и заместителем главы ФСБ, входил в Совет безопасности Российской Федерации. Временно исполняющим обязанности главы МЧС России назначен 63-летний Александр Чуприян. Он работает в ведомстве с 2002 года.